В настоящее время администрация Ленинского городского округа проводит проверку загруженности автобусов в утреннее время и соблюдения гражданами социальной дистанции. Связано это с жалобами жителей. Была размещена информация о том, что на 364-м маршруте очень большой пассажиропоток. Очень много людей, тем самым нарушается режим дистанцирования, да, это 1,5-2 метра. Проверка начинается в 7 утра. Часть группы находится на станции Расторгуева, проверяя начало движения 364-го маршрута. Другая на остановке поликлиника. Они смотрят количество пассажиров на выезде из города. Их не должно быть больше 22. Пока за время проверки серьезных нарушений обнаружено не было. Пассажиропоток слабый. Очень мало народу едет. Народ в маршрутке располагается в соответствии с нормами, да, дистанцируется 1,5 метра. Та информация, которая была размещена в социальных сетях, ну, я думаю, что это просто редкий случай. Однако граждане продолжают замечать нарушения. Елена Володяева, жительница поселка Развилка, работает в Видновской районной клинической больнице. На работу она ездит к 8 утра. 44-й автобус отменили с 31 марта. Приходится ехать на перекладных двумя автобусами до Домодедовской, от Домодедовской уже сюда до Видного. Маршрутки полные, просто навсего. Водители к себе. Кто сажает, кто не сажает. Расписание автобусов сейчас оптимизировано. В утреннее время они работают в обычном режиме, чтобы не допускать большого количества людей в салоне. За ситуацией продолжают наблюдать сотрудники администрации городского округа. Пока поступают жалобы от жителей, мониторинг будет продолжаться. Александра Столярова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.